Всем великолепного майского утра. Пришла пора нам с дочкой менять зубные щетки. 15 числа пошла я в подружку. Вот, выбрала нам щеточки из этой серии. У меня была другого цвета. У дочки сейчас точно такая же. Чистим, нам нравится. И, собственно, что зарекалась свинья за углом. Думала я не брать никакой уход из корзин. И держалась я очень долго. Я осенью взяла за 99 рублей крем для век Essence, его использовала без каких-то эмоций, ну такой легкий увлажняющий кремик на утро, а на вечер более жирненький свой любимый корейский, забыла. Сейчас увидела пол-литра кондиционера за 150 рублей, а на мои патлы кондиционера надо много, поэтому я решила, что фиг с ним, поддержу бренд Essence и снова потом год или сколько не буду покупать. Из чего оно сделано? Я даже, знаете, не посмотрела, схватила и бегу обратно. А, цитирил алкоголь, цитириловый спирт, глицерин, бигентриамониум, хлорид, диметикон. Там еще силикон, масло органы, кокосовое масло, масло Оля Европы, это, господи, оливка, алоэ, который вечно везде суют, потому что я открою страшную тайну, очень часто это комплекс покупает компания ингредиентов, и его просто уже готовый комплекс заливает изопропиловый, вижу, там спирт, кислоты для регулировки кислотности, простите за тавтологию, чтобы был слабокисленький, пантенол, поликватерниум 7. Ну, слушайте, попробую с удовольствием. Ну и самое страшное, я планировала не покупать в этом году теней, но чем меня совратил бренд Энсос? Bronzed Visway. Это ладно, я схватила уже до кучи. У меня таких китайских оттенков вагон и маленькая тележка. Ну, пусть будет, хотя и так куча. Ice Ice Baby мне очень понравилось, и хотелось Move It, но на эту палетку я опоздала, оно распродано, черт его знает. Может, сейчас ломануться в другой и там будет. У меня есть синяя палетка от Revolution, и вот это синие холодные цвета будет хорошее дополнение. Плюс у Essence я не пробовала вот эту текстуру. Ай. Сейчас дотянусь. Да, очень похоже на то, что сейчас у меня китайская фокалюр. Слушайте, пигментированные, классные. Маленькие палеточки. Во сколько мне это все обошлось? Сейчас посмотрим. Да. 189 рублей мне обошлись эти тени. А вот эта палетка, я с ума сошла. Взяла по полному ценнику, но она последняя. И здесь позитив. Вот такой прохладный бежевый цвет. Замучаешься его лично смешивать. И вот эти оттеночки. Ну, так она мне понравилась. Я не смогла ее не взять. Так что нарушен мой обет не покупать тени. Немножко я потратилась по современным ценам. 400 рублей это уже немного за маленькую палетку теней. Но я обещаю, я больше не буду до конца года. Но эти две холодные палетки, если бы еще была Move It с бежево-лиловыми такими цветами, я бы ее точно взяла. Ну а Bronzed, ладно, стоимость чашки кофе большой, вкусный. Я себе прощу. Я просто больше не буду до конца года. Я вам обещаю. И ты меня сдерживай. Обещаешь? Чтобы я больше так не делала в этом году. Всегда надо хорошо исследовать свои запасы. Вот я порылась и нашла с SPF 30 перед новым солнечным сезоном праймер Maybelline. С трудом уже припоминаю, откуда он у меня. Так, тщательно замазываем утреннюю физиономию. На физиономии уход был еще до отведения детеныша в сад и посещение магазина. Откопала Catrice Liquid Coverage тональники. Смешиваю два цвета прямо на спонже.
один цвет, другой туда. И прям вот, да, спонж, это помощник в Project Pen. Тональники пожирают со скоростью света. Ну что, сейчас мы лицо покроем, и можно будет пойти по солнцу ходить совершенно спокойно. Подглядываю за камерой в зеркало. Хотя, в общем, простой макияж можно и в телефон. Да, сегодня без консилера, потому что налила много на спонж. И прям вот получилось плотничком. Все на скорость. Поэтому брови расчесываем. И засим оформление окончилось. Да, вот так живет мой Project Pen на полочке в пределах досягаемости. Организация — это наше все. Стоило достать палетку для губ прям вот в поле зрения, что называется. И пальцем ежеутренне пошел прогресс. А так она, бедолага, томилась буквально в том же метре кубическом пространства, но в ящике. И поэтому могла умереть своей смертью. А сейчас мы каждый месяц с вами смотрим, какой идет прогресс. У меня новенькая палеточка. Отдираем. Во всех этих трех палеточках прям все так на скотче хорошо заклеено. И вот он цвет. Я его прям так набирала. Да? И вот вам мое удивление. Я не ожидала в палетке Essence недорогой такой пигментации. Поэтому набирала, в общем-то, утаптывала на кисточку. И пришлось растирать. Можно было набирать гораздо меньше. На момент озвучки я уже большую часть дня в макияже. И вот, как видите, просто поверх тональника, просто вот так вот основательно втертая в технике нанесения минерального макияжа вращательно-поступательными движениями, это все шикарно держится. Ну, в блесточках я не уверена, которые сейчас окажутся во внутреннем уголке глаза. А пока, да, продуктами из Project Pen я это все чуть-чуть подтушевываю. А то, ну, очень резкая граница. Куда-то я у вас из кадра вылезла. Ой, прошу прощения. Ну, в общем, подтушевываю чуть более розоватым цветом из Project Pen граница. И сейчас вообще цвет пудры возьму. Вот он. И им совсем-совсем все это подтушую. Ну, совсем цвет пудры рефил. Поэтому не знаю, закончу я его к концу года или не закончу. Если к концу года не закончу, то перепрессую в пудрочку. Это мой старый-старый мультихром с розоватым оттенком. Прямо у нас с вами получается такая подводка, мостик Project Pen. Но по датам мне сегодня уже пора отчет о Project Pen выкладывать. Ну нет, вот, наверное, все это дело купила. И сначала выпущу вам этот ролик с подружкой, а потом буду изыскивать время, чтобы хорошо смонтировать вам занимательно о том, как идет путешествие по моей коллекции косметики и добивание некоторого количества рефильчиков в Project Pen. В дневном макияже, особенно в таком быстром, это все вот без ускорения, без замедления, как я делаю. Я обычно обхожусь без коррекции какой-то, без скульптурирования. Сегодня чуть-чуть побольше тональника намазала, чем обычно. Сейчас за кадром останется только каял и тушь. Это я вам уже спойлерю.
Видите, вот полезла в бронзовую палетку, схваченную чисто по инерции. Вот я спонтанно решила ее в качестве румян попробовать. Выглядит прям так черным-черно, да, на видео. Я аж испугалась, когда нанесла. Совсем диссонирует с помадой. И совсем страшное такое на щеках. Ну, я выкрутилась из ситуации. Я это все хорошо растушевала пудрой, собранной из теней с небольшим количеством блесток. Очень сильно растерла. И знаете, при дневном освещении на улице это вообще все нормально смотрелось. Да, мне опять помогают озвучивать видео. Вот такой макияж с обновками. Отличный у нас май. Наконец зима кончилась, потеплело. Ну и аромат дня уже до кучи вам. Да, вот эта вот чайная нотка в цветах очень, по-моему, подходит к нынешней погоде. Всех люблю. Подписывайтесь, оставайтесь со мной. Всем мира, любви и добра. Побежали по делам.